Полтора года назад делегация из Башкирии с официальным визитом посетила Беларусь. С тех пор сотрудничество двух республик только укреплялось. Летом этого года в Уфе пройдет юбилейный форум регионов, где будет представлен первый совместный инвестиционный проект – завод «Амкор», который занимается производством оборудования для обработки зерна. Мы представим все наши результаты, которые проделаны за полтора года после сотрудничества с Республикой Беларусь, и планируем заключать новые контракты по расширению сотрудничества. Это и с Минским автомобильным заводом, но и другими направлениями, над которыми сейчас мы работаем. В основном это сельское хозяйство, ну и, конечно же, по линии промышленности. 21 февраля в столице Башкирии прошло совещание с участием делегации из Беларуси. На нем обсудили подготовку к форуму. Мероприятие прошло в конгресс-холле Таратау и в частично закрытом формате. Сегодня у нас в Уфе проходит первое совещание рабочих групп российской и белорусской на площадке конгресс-холла в Уфе, где состоится сам форум. Ключевые задачи, конечно, это финально согласовать все активности, все мероприятия, которые запланированы за несколько дней и в течение форума. Программа в этом году обширная, потому что это 10-й юбилейный форум. На прошлом фестивале в Гродно Владимир Путин присутствовал только в онлайн-формате, как и его коллега Александр Лукашенко. Пока неизвестно, приедет ли президент в Башкирию. Поэтому организаторы готовятся сразу к двум вариантам. Большая выставка достижений народного хозяйства двух стран будет представлена около конгресс-холла на улице Ленина, на парковке перед конгресс-холлом. Ну и, конечно, коллегам будет представлена результативная работа по проведению форума, 10-го форума. Будет особенная выставка, посвященная итогам и результатам 10-го форума. По словам министра экономического развития Башкирии Рустама Муратова, форум должен стать визитной карточкой Уфы наравне с Апимонди и WorldSkills. Кроме того, данное мероприятие позволит укрепить экономические связи с Беларусью. Конечно, мы понимаем, что для нас форум – это точка, куда все наши наработки будут привнесены как соглашение с результатами, которые мы возьмем себе для отработки уже в дальнейшем. Поэтому площадка форума для нас – это то место, где мы будем подводить итоги. Гости из Беларуси и Российского Совета Федерации рассмотрели план форума и уже активно начали излагать свое видение мероприятия. Представители Совфеда также напомнили о том, что конкретные детали пока не должны разглашаться. Дальше совещание проходило в закрытом формате. Но даты проведения форума уже обнародованы Башинформом. Он пройдет с 26 по 28 июня. Алсу Гумерова, Виталий Федотов, телеканал ЮТВ.